Митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналии во время архипастырского визита Видновское благочиние совершил закладку храма Покрова Пресвятой Богородицы. Еще один Дом Божий в границах Новой Москвы строители обязуются возвести за 2 года. Из города Видного с подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева. Новый жилой квартал «Зеленые аллеи» в центре возводимого микрорайона вскоре начнется строительство православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. А пока здесь установлен лишь закладной камень. Для совершения чина его священия прибыл управляющий Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. На месте будущей строительной площадки владыка ювенали совершил молебен. Владыки сослужили секретарь Московского епархиального управления, благочинной церкви Видновского церковного округа и настоятель Александро-Невского храма города Видное. В церемонии закладки камня приняли участие епископ Видновский Тихон, глава Ленинского района Олег Хромов и жители микрорайона. Славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честь и память Покрова Пресвятые Владычицы нашей Богородицы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословенно и знаменно буди место сие в дом молитвенный в честь и славу Бога, в Троице Святей Славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. По окончании богослужения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, напомнив, что на подмосковной земле ни один из воздвигнутых храмов не пустует, что при них есть воскресные школы, и дети, посещая церкви с малого возраста, учатся жизни со Христом и приобщаются к благодати Божией. Мы даем на строительство этого храма и молитесь, чтобы Господь дал мне еще возможность жить, поскольку я в преклонном возрасте, чтобы вместе с вами через это короткое время порадоваться и воздвижению храма нового, и его освящению. В заключение владыка передал представителю попечителя строящегося храма святой образ Покрова Пресвятой Богородицы.